В минувшую субботу, 27 августа, на территории Нарвского замка прошла уже традиционная летняя ярмарка, организатором которой является Нарвский профессиональный учебный центр в сотрудничестве с городом Нарва и Нарвским музеем. Ярмарка проводится уже в 10-й раз. На летней ярмарке была обустроена и палатка Нарвского профессионального учебного центра, где все желающие смогли получить информацию о возможностях обучения, прежде всего о возможностях дополнительного обучения. Целый день зрителей радовала развлекательная программа. На сцене выступили различные коллективы из Нарвы, Идавирума и Таллина. Развлечения были как для взрослых, так и для детей. Новое это количество участников, конечно же, что у нас в этом году более 150 участников, продавцов. И для нас это, скажем так, новое испытание, что мы уже серьезно думаем, что делать в следующем году. Если говорить, что еще нового, то, конечно же, это большое количество продавцов из Латвии, которые тоже приятно нас это удивило, и они тоже услышали про нашу ярмарку, и это уже говорит о многом, что наша ярмарка начинает переходить уже границы Эстонии. А участники ярмарки со всей Эстонии, с разных концов Эстонии, очень много из Нарвы, также из, скажем так, по отношению к нам с других окраин, с Виру, с Перну, с Вильянди, с Сарема очень много. Ну, я уже говорил, что из Латвии тоже, из Риги около десятка продавцов, и именно это радует. Как всегда, мы начали уже в начале лета уже работать, и в организации нам помогали ученики организации туризма нашего училища. И скажем, что в основном это благодаря им такое количество участников. И, конечно же, мы думаем, что в следующем году будет еще больше. Нарвский профессиональный учебный центр – ведущее в Идавирума профессиональное учебное заведение, в котором обучается в среднем 1500 учащихся и работает 146 человек. В Нарвском профессиональном учебном центре производится обучение строительным, энергетическим, финансовым, инфотехнологическим, торговым специальностям, а также специальностям из области легкой промышленности, механики, обслуживания и общественного питания. Всего по 29 специальностям. Нарвский профессиональный учебный центр организует около 130 различных курсов и курсов дополнительного обучения с целью повышения квалификации работников и переобучения.